Сережа начал. Он чуть впереди оказался на метр. И вот мы бежали за ним. И этот мужчина, как сказать, можно на развороте. Он понял, что не убежит от нас. Вот. Развернулся и вот сразу на Сережу. Там, может, секунды две было. Вот расстояние между нами был метр. Вот. Я, если бы впереди оказался, вот я бы на месте Сережи был. А вот это вот там, да, что ли? Я подбежал, я не знал, что делать, я подножку вот мужчине сделал, они вдвоем упали, вот, и я как-то начал их растаскивать, ну, сначала, ну, не понимал, потом, когда понял уже, что все, ситуация стрессовая, и она идет на жизнь, вот, я уже начал это, бить его, ну, чтобы он отстал от Сережи. Вот, когда Сережа мне крикнул, что ему стало больно, вот то, что у него ножик, я начал как-то оттащить от Сережи его. Вот. Ножик я со мной не видел. И вот я там нанес ему несколько ударов, начал привставать, и вот у меня задел. Да, да. Нет, мы там отошли, вот, ну, как, прям сразу я отхожу, я Сереже кричу, Сереж, ну, типа, меня ранили, он мне тоже кричит, да, я оборачиваюсь, Сережа на меня бежит и падает, прям